Вот что меня волнует, чтобы не заболтали борьбу с коррупцией. Чем больше будет говорильнее и не будет результатов. Вот это первое, что будет проблемным. Второе, да, чтобы это не стало просто политическим инструментом для получения власти. Такое у нас уже было. Я напомню, Лукашенко начинал тоже с борьбы с коррупцией. Такие примеры слава тоже Богу, есть. Это было теперь, не у нас. Почему боятся Батькивщина, радикальная партия и самопомощь, между прочим, должна бояться? Потому что если Саакашвили, не дай бог для них, создаст свою партию, он начнет отбирать голоса у них и у блока Порошенко, в том числе и у Народного фронта, появляется еще один конкурент. Зачем же им нужно?